30 марта был 9-й день гибели людей во время терактов в Крокус-Сити-Холле. На Аллее Славы члены Молодой гвардии «Единой России» и волонтеры движения «Первых» создали из 250 горящих лампадок летящих журавлей – символ мира и памяти. Сейчас самое важное – это объединиться, чтобы показать всей стране, всему миру то, что вместе мы сила. Субботним вечером на Аллее Славы собрались представители администрации, активисты Молодой гвардии, члены и сторонники партии «Единая Россия», волонтеры движения «Первых» и неравнодушные жители округа. Все они пришли вновь возложить цветы к мемориалу. Проведение таких мероприятий важно для того, чтобы жители могли сплотиться. Я решил в нем поучаствовать, потому что приношу как бы свои искренние чувства сюда, стараюсь как-то помочь и считаю это своим долгом. Акция «Мы вместе» стала данью памяти погибшим, а общая скорбь объединила всех присутствующих. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.